Доброго времени суток, уважаемые друзья, подписчики в социальных сетях. На ваших экранах счастливое лицо британца Энтони Джошуа, только что одержавшего на легендарном Уэмбли свою блистательную победу и подтвердившего титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Его интервью сразу после окончания боя. В первую очередь благодарить всех фанатов, всех, кто поддерживал его и команде Поветкина. Он даже высказывает респект. Ты остановил парня, которого еще никто не останавливал досрочно. Что скажешь? Да, действительно, очень жесткий и сложный соперник Александр Поветкин. Он может доносить свои удары. Но я очень хорошо готовился, думал о поединке в своем зале. И все, что было у меня в голове, я сегодня реализовал. И я понимал, что когда Поветкин остановится, и уже после седьмого раунда, я почувствовал, что он остановился. Yeah, these short guys, they're very good coming through the middle. Он тебя несколько раз достал. Да, действительно, он очень хорош на средней дистанции. Но я продемонстрировал, что все-таки лучше и сильнее. Я боксировал сегодня с официальным претендентом. С кем вы хотите, чтобы я боксировал в следующем? Действительно, многое зависит от того, смогут ли договориться команды. Но многое зависит, я думаю, от болельщиков, потому что вы решаете в этом спорте. We both done a lot of talking. Look, I'm not in the blame game. It was him, it was me. Tit for tat. We both done a lot of talking. Мы оба много говорили перед боем. Но все-таки моя правая рука сделала дело. Я нашел слабое место. Дайте мне немного воды. The whole country's rooting for us all, man. Not only me, David Price, Lawrence Okorie, Luke Campbell. Who else is on the undercard? Сегодня много было британцев в этом ивенте. If it were just about me, так что речь идет не только обо мне. Не забыл о своих соотечественниках, которые тоже сегодня выступали и добились побед. Yeah, a few years ago maybe I wouldn't have won that fight, but that's credit to my coaching staff, nutritionist, management team. Мы благодарим всех, кто помогал готовиться к этому поединку. Джошуа. Sugar Ray Robertson lost. It shows you how tough this fight is, how tough this game is. I'm in it to live. Ну и спортивное питание тоже не забыл. Enough of the talking about my development. It's down to the team, but as I said, April 13th is what I'm really interested in. What's happening here in Wembley Stadium again? Вспомнил я своего первого тренера, благодаря которому, если бы не он, я бы не стоял тут на стадионе Уэмбли. Вспомнил и о Дилане Уайте, интервьюер. Помню
Уайта. Диллиан Уайт очень хороший бой вел Джошуа. Многие хотели бы увидеть матч-реванш. И Джошуа говорит, если он хочет боксировать, я с удовольствием с ним еще раз встречусь. This is chapter two. Remember when I said that at a press conference? And I meant it. So we're at a different level now. And I've got to find my feet again. If I know you're not a betting man, but if, well, you are a betting man, but if you were, if you had to pick one name that you're going to face here on April 13th, who would it be? Anyone. I don't want to talk no more about it. Do you know what I mean? There's no contract signed at the minute, so. О следующем поединке говорит интервьюер 13 апреля следующего года. Уже есть такая дата для следующего боя Джошуа, но он не хочет пока что об этом говорить, так как контракт не подписан. Was the rain bad? Listen, I prayed for sunshine. Я очень молился, чтобы был сегодня солнечный день, но сегодня был дождь. И всех ждет снова на Уэмбли в апреле Энтони Джошуа, так как именно на этом стадионе планируют провести следующий бой с участием британцев. Эдди Хёрн. Промоутер Джошуа говорит о том, что готов делать следующий бой. Ну а я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось то, что вы сегодня увидели. До новых встреч! Ну что ж, действительно, мы сегодня увидели замечательный бокс высокого класса. Ваш Дэви Аркадьев из Филадельфии. Сегодня 22 сентября 2018 года.